А пакеты вам на ногу зачем вы Мне вот одеваете? один, потому что нет носков. Чайник, так? Вот макароны, вот хлеб обжариваю. Вот ни шифонера, ни шкафчика, ну нету прям. Куда вот продукты, ваши продукты, мне прям жалко. Куда вот хаос, такой хаос, я пол не мою. У вас раньше были шкафы какие-то, кухня какая-то, что-то нет, было? Шифонера от роду. Никогда не было? Никогда от роду шифонера, телевизора от роду, радио не от То есть это вы себе стелите, когда да, спать ложитесь? Да, стелю, ага. Стелю. Тут же проволока, пружина. Тут же какая пружина, ты погляди, что. Какая пружина, невозможно, что видишь? С завтрашнего дня начнем думать, придумывать, что здесь, с чего можно начать. Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы выезжаем к одинокой бабушке Раисе, которая живет в ужасных условиях. Домом это не назвать, это больше похоже на будку или сарай. Мы везем ей всю необходимую мебель. Всю жизнь бабушка Раиса прожила со своей мамой в бедности. У мамы были определенные проблемы с алкоголем, и вот так сложилось, что они себе ничего не нажили. Мы очень надеемся, что это будет в прошлом. И уже прямо сейчас в ее сторону отправляется газель, полная приятных неожиданностей. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, я вам там всем буду очень рад. Прямо сейчас мы начинаем. Перед тем, как отправиться до бабушки Раисы, я заехал еще в один магазин докупить различные мелочи. Заезжали уже и в магазин электрики, хотим ей света добавить. Посмотрим, как бабушка Раиса отнесется вот к новым изменениям в своей жизни. Мы даже просто, когда в прошлый раз уезжали, вот выпуск наш закончился, мы поехали в магазин, купили продукты. Игорь опять? Ага. Игорь. Кушай, кушай. Ну, вот она правильно, Игорь. Я как вот бабка угадка. Ты какие красивые. Сегодня в баню пойдете, оденете новые. Ага. Пока-пока, увидимся. Ой, Игорек, ты как братишка, родной братишка. До встречи. Бабушка даже ходила по деревне и хвасталась, что у нее появились носочки. Но буквально на следующий день... Геркулес 5 килограмм, перловка 5 килограмм, гречка 5 килограмм. Все мышам, высыпала мышам. Я теперь боюсь ночевать дома, боюсь ночевать дома. Ну, чтобы они же у тебя чистого сердца помочь 2000 хотели. 2000 отдам, чтобы их только ноги ихных не было. И чтобы ихные ноги не было здесь. Близко, близко до избушки, до домика. Ночью тебе приснилось, что ли? Где ничего никто... не приснилось, Витя. Не считай меня за дуру. Не считай меня за дуру, Витя. Ввязалась с этими незнакомыми пацанами. С этими салаги. Салаги незнакомые. Тут да никто к тебе не придет, Рая. Ночью не придут? Да нет, конечно, это же друзья мои. Они доброе дело хотят тебе сделать. У тебя золотая они... жена, дети золотые. Да, и у них так же. О, они отличные ребята. Господи, прости. Они тебе Господи. Хотят и ботинки новые, чтобы тебе удобно было. Носки удобные, бушлат новый. А представляешь, будешь самое первое. Потом они с меня шкуру снимут. Да с чего ты шкуру взяла? Никакие да потому бушлаты, что они хорош. Не в дома никакие бушлаты. Ты согласна на помощь с их стороны? Отче наш, читаю и сплю. Дома не вздумай, когда я уже осталась должна за муку. Какую муку? У тебя никто не требовал деньги. Мыши съели в углу, высыпало. Ну вот так все. Мышки скушали, раз мыши, высыпало. Мыши, а за... съели всю ночь, ели. Мышиная, кастрюля мышиная спала. Ложись спать и не бойся, это топор мои одноклассники. Лежит, лопата снеговая Ложись и метла. Спать. Буду биться, Витя, до победы. Да никто тебе не придет. Не придет? Я рядом. Ведь, ну поклянись. Я увижу, услышу. Поклянись. Не буду я вот так вот, это кощунство. 2000, чтобы они ко мне ногой не ступили. Иван и Игорь. Только-только увидел. С места не сходи. Молодик, Иуда. Молодик, Гвоздик. Тебе в полночь. Что когда будет полная луна. Рай, Витя, на здоровье. Тебе крутые рожки. Рай, Витя, прытки ножки. Витя, никогда будут ноги, никогда не будут болеть. И Ладно. Будешь здоровым конем. Здоровым конем и Рай здоровым конем. Мы вообще не знаем, что с этим делать. Сейчас она куда-то с утра ушла. И мы ждем вот звонок от Виктора, когда она придет дома. И, ну, не знаем, что вообще из этого получится. Мы уже подъезжаем. Вот тут стоит Витя. Здравствуй. Привет. Слушай, ну я очень прям переживаю, волнуюсь, как у нас сейчас все это пройдет. Я думаю, что все будет хорошо. Надо пробовать. Что тогда пойдем с тобой, она тебе все равно больше доверяет. Конечно. Слушай, она получается в 5, да, приехала где-то? Ой, 4:30. Ну, как
как электричка. Чтобы вы понимали, Виктор, он даже ходил ее встречал на вокзале, чтобы, ну, вот, чтобы у нас было понимание, получится у нас вот сегодня сделать или нет. Только-только она приехала недавно. Рай, привет! Появилась. Дали покушать, дали чего. Да ты что? Да. Гречка. Значит, два яблока, печенье и батон. Гречка, кашу сварю этим собачатам. В общем, они про тебя не забывают. Поехали, довезу. Я как раз вот за продуктами ездил. Ага. Она-то сама навряд ли там прям, чтобы что-то готовить. То есть она, как правило, ее там угощает кто-то на вокзале, в церкви, да, вот. И таким образом она питается. Нет, что-то она готовит, но по ее словам я не смотрел, что именно. Говорит, рожки варю. Картошку сейчас, говорит, буду варить. Так что мы сейчас все увидим. Но, по крайней мере, сейчас уже у нее будет задел после наших сегодняшних преображений, и что она сможет хоть нормально готовить. Ну вот, и все в таком духе. Главное, чтобы она это все приняла. Да. Сейчас у нее точно проблем с доступностью какой-то, с прибором, еще с чем-то уже не будет. Это точно. Ну да, тут, конечно, ассортимент. Осталось с ней договориться. Да, пойдем. Выходи. Получается, мы когда приходили, тут вообще забаррикадировано было, да? А, когда ты фотку скидывал. Вот что они, тут? Палки, элементы ее защиты. Бабушка Раиса, это Игорь. Привет. Здесь? Она не открывает. Но я думаю, в таком случае, наверное, чтобы ее не беспокоить, чтобы, ну, все равно это стресс для пожилого человека, мы тогда, наверное, это все оставляем. Виктор к себе это все заберет, потихонечку без нас уже все это и поставит, закрепит. И, ну, так будет лучше, чем вот так вот сейчас будем, конечно, напрягать. Вот. Так что... Да, это я. Ты уже спишь? А? Ты что, уже спишь? Обед варю. А? Ну и тебе гостинцев принес. А у тебя закрыто? Соседа не пустить, когда маньяков пустила. Маньяков пустила, а Витю не пустить, я не знаю, где заходить. Можете что-то про нее рассказать? Человек такой интересный, ее несколько раз отправляли в этот в дом престарелых, потому что ей уже по 60 с плюсом. Она отказывалась. Несколько раз приезжали к ней какие-то мошенники, мол, свадьба, давай поженимся. И... Свадьба? Да. Ну, такой был мужчина, мы сразу раскусили, что он хочет завладеть землей. Тоже какой-то дедушка? Нет, достаточно молодой, лет 40 ему было. Ну, аферист, сразу понятно. Мы заходили в аптеку, нам сказали, что вот она на вокзале бывает, мы пришли на вокзале, пообщались. Да, она тут по селу ходит, картонные коробки собирает, ну, одинокая, не чудит, конечно. Но... А как она готовит, что она ест? Она покупает молоко в магазине, сухое молоко разводит, толком ничего не готовит. Хлеб берет. Чем можем, помогаем, там, баня, если там не баня, какие-то продукты. А вот это все кто делал, она сама? Нет, кто-то с храма приходил, помогал. О, и... блин, кошка. Нет, конечно, но... А, нет ее? Ну, у нее страх какой-то есть. Она сначала вроде как согласна, все, я перееду, а потом бабах. Я, наверное, останусь, тем более скоро лето, говорит. А она вот ходит в резиновых сапогах, да, в какой-то куртке? Зимой и летом? Чем можем помогать? Ну просто получается то, что вещи у нее, ну она не стирает их, соответственно. Нам она приносит, мы стираем. А вы и все? Вещами помогаем тоже, конечно же. О, здорово, слушайте. Да вам прям большое спасибо, что вот помогаете. Когда маньяков допустила? Рай. Бабушка Раиса, здравствуйте. Ай, маньяки опять, Витька, да это не чё? Маньяки. Нет, ни в коем случае. Ты мне доверяешь, я же Витя, сосед. Витька, ты обманул, что с маньяком ведешь, с маньяком. Да какой маньяк? Ты что? Я в Сокуре намолила, все грехи смыла, все. Витька, ну ты меня обманул. 1000 отдаю председателю, чтобы он их отбил от меня. От моего дома отбил меня. Так с чего ты взяла? Узнали, что матери нет, у меня теперь убить, задушить. Иду к председателю. Да зачем? Зачем тебе убивать-то? Ты ж хорошая, соседка наша, добрая. Мне в Сокуре дали пищи, все, и повариха дала гречки, сечки, все. Бабушка Раиса, мы вам привезли мебель новую. Мне не надо мебель.
мебель, я уже в престарелом доме. Тут нога уже в престарелом доме. Да, и мы вам с престарелым домом тоже поможем. Не надо мне там помогать. Отдам пенсию, меня там накормят вот так вот. Мы вам приемник купили. Не надо, избавь Господь. Я сплю в валенках, а в радио буду слушать. Буду радио слушать, когда у меня в валенках сплю. А мы вам одежду тоже привезли, бабушка Раиса. Не надо, даже золото не надо. Позлоченное золото даже. Пойдем сначала посмотрим. Не надо, Витя, ты что, клянусь перед Господом. Но ты мне доверяешь, Рай? Нет, Витя. Все уже. Теща отдай, лучше теща отдай. Я сегодня отмолилась, все хорошо, нормально отмолилась. А завтра председатель иду. Игорь и Ваня, чтоб... Мы же тебе добра желаем, помочь хотим. Раиса Павловна. Тебя сыновья растут, купи у нас. Даже внимания не обращает на меня. Ты пойдешь эти курсы? До газели посмотреть, Раиса Павловна. Тебе, берданка, расстреляй меня, ничего не надо. Ну, тебе просто покажу ничего и все. Ничего не надо. Я водки не нюхаю, табака не нюхаю. Раиса Павловна, мы для этого здесь, чтобы помочь вам улучшить ваши жилищные есть условия. Есть еще, я не считаю, еще есть похлеще меня. Пенсии нету, есть такие нищета, что... Так ты не просишь, мы сами помогаем. Витя, мне даже дубленку не надо, закуфайку, мне дубленку даже не надо. Раиса Павловна, мы хотя бы давайте корм для собачек отдадим. Нет, ни в коем случае, корм. Витя, ни в коем случае. Меня они веселят, я им кашки наклала и себе, вот, они мне веселят. Это бесполезно. Надо помогать, которые люди будут благодарны, а не вот... Да, мы на самом деле, это не так много. Из того, что мы хотели сделать, то, что мы привезли, это мелочь. Что думаешь? Я думаю, надо разворачиваться, доехать. Да? Ну, с Вишу не смотрю. Ни в какую? Маньяки, блядь. Маньяки пришли. Вышло, как вышло. Это жизненный урок, это опыт. Никогда не угадаешь, что получится или что-то пойдет не так. По крайней мере, мы попробовали. Мы это, конечно же, забирать не будем. Мы это все оставим Вите, куда-нибудь сейчас сложим, обмотаем. А Витя сам потом потихонечку уже без нас все это сделает, сложит и нам отправит фотографии. Будем надеяться, что все будет хорошо. Может быть, сейчас такое обострение у бабушки Раисы, что вот так она на это все реагирует. Не знаю. Сам что думаешь по этому, ну вот, что сейчас произошло? Я думаю, что бесполезно ей что-либо сейчас говорить. Она на своем зациклена. Угу. И бесполезно. Она даже сейчас теперь от меня что-либо не примет. Ну, прямо сейчас нет, но со временем, думаю. Она привыкла уже к своему вот этому. Что она всю жизнь как Маугли, грубо говоря. Да. Тебе куда можно? В гараж можно? Есть место? Да, прямо в крытый двор. Давай в двор занесем. Все планируешь? Ну, конечно, а что мы забирать не будем? Человек привык всю жизнь так прожить, и он уже не знает, что есть жизнь, наверное, есть другая. Да? Так и есть. Немножко остынет она сейчас, все это переварит, и со временем начну. То есть мы изначально думали все поэтапно делать. То есть сначала привезти мебель, подождать, пока она, ну вот, посмотреть, как она приживется. Ну, то есть поэтапно, в общем, все делать. Мебель, потом сначала снаружи можно было обустроить, утеплить, потом внутри, потом что-то там дальше думать, делать. И вот хотели все потихонечку, но вот даже первый этап у нас не получился. Так, осталось машины забрать, то, что мы взяли. Блин, вот как же жалко, что хотелось бы вот увидеть счастливое, улыбающееся лицо бабушки Раисы. Посмотреть, как это все выглядит вживую. Вот этого момента хотелось бы нам, конечно, увидеть. Мы могли бы сегодня это все быстренько сделать, но вот получается, как получается. В общем, жалко, но я думаю, что Витя все потихонечку сделает. Мы забрали все остатки с машины. Здесь корм, здесь вот тоже разные всякие моющие средства. Сейчас более подробно покажем. Дом престарелый с Дзержинского района. Мне помощь хочет оказать, Тамара Степановна. Брат у нее есть. Да. Вот, поговорили бы с братом. Конечно, ей помочь бы. Вот она говорит, что какой-то там... Она говорила мне, что в дом престарелых на зиму пойдет, а лето бы здесь жила. С ним надо встретиться, потому что она вот сейчас в дом престарелых, а потом сюда приедет. Да, назад. Она два дня и прибежит. Она то ли хочет, то ли не хочет. Да. Но это так и будет. Это уже было не в первое, уже как-то что-то было раньше. Так вот, парни хотят помочь. Да. Рая, домик привести тебе в порядок. Вот сын был здесь главой, он ей дров привозил.
помогал ей как мог. У нее дрова есть, она говорит, что они влажные, а по факту они не влажные. Ну, она просто, ну, уже пропала по ним понятие. Очень трудный человек, и очень трудно с ней договариваться. Она сегодня так, это... Ну, она в своем мире живет, мы это все прекрасно понимаем. И, то есть у ней по-своему действительно все творится. Если она прям захочет в дом престарелых, у нее есть брат, ее родной, у брата есть сыновья, которые, в принципе, при большом ее желании, они могут ей помочь и ее туда пристроить. То есть единственное, что нужно приодеть, часть одежды есть, но если она все-таки соберется, дашь мне знать, мы еще привезем нормальную одежду. Просто, наверное, трудно пенсионеру представить, что вот так в жизни может все хоп и по щелчку пальца все поменяться. Возможно, наверное, еще это тоже играет определенную роль, что, возможно, она просто не верит, что такое может быть, что такое может происходить. Но она никогда с этим не сталкивалась в жизни, и вот тут бабах, такое произошло. Просто не верится. И во всем ищет какой-то вот сейчас подвох, наверное. Да. В итоге что мы оставляем? Это стол со стульями, здесь кухонный гарнитур, то есть три ряда внизу. Три наверху, даже вот мойка есть, вот мы взяли. Здесь комодик разный для постельного белья, то есть можно все что угодно ложить. Кровать с матрасом. Здесь как раз-таки подбирали так, чтобы могла туда, собаки, которые у нее есть, забраться и там вот так же сидеть. Рукомойник, умывальник, вот так вот он выглядит. Снизу ставится ведерко. Наверху набирается, вот сюда снимается крышка, наливается вода, включается. В общем, такой же, как у Ларисы Юрьевны. Ну и, собственно, из мебели это у нас было все. Так, и еще один пакет я забыл. Здесь светильники, лампочки и провода, чтобы можно было это все удлинить дело. И, я думаю, света прибавится будет гораздо ярче. В школе училась, нормально все было. 8 классов. 8? То есть среднюю школу не закончила? Но... А у нас и не было в деревне средней школы. У нас деревня была глухая. А потом она куда-то, может быть, учиться? Никуда... Она училась. А вот еще в те 70-е годы. Она учеником продавца там училась. Работала в пасовщице. Тетка ее там учила и на счетах учила, все. Угу. Работала в городе она, исследовательский какой-то институт, она там эти пузырьки или что-то мыла там. Потом последние годы, и вот в Мачище в школе техничкой работала. Долго, наверное, лет 5 точно. А вот у нее дома, то есть стоит только кровать и стол, вообще из мебели ничего нету. Я ей 2 телевизора давал, так она их выбрасывает. Выбрасывает? Ну, конечно. То ей не нравится, как идет, то... Провода обрезает сама по себе, на своей волне. Я так понимаю, она такой родилась уже сразу? Нет. У нее это была ангина в детстве, мучила. Ей после ангины осложнение на мозга, на голову пошло. Она замечательно читает и пишет без ошибок. Она очень грамотна. Нам говорили, что она красивый почерк у нее. Вот именно, что непонятно, что она как-то раз разговаривает, тык зациклилась о чем-то. А одежда у нее какая-то? Вот мы смотрим, у нее даже одежды никакой нету. Ей брат говорил, привезу тебе одежду, так надо какую одежду, она, не надо ничего. А вы с ней дружите, общаетесь? Так она там, считай, не бывает, вот я сколько раз приду, там закрыто, приду, закрыто, она меня за годы так доставала. А чем доставала? Да чердак отъезжает. Бытовку поставил, так она мне 2 раза окна била, 10 лет кричала, я в Колывань уеду, в эту монастырь уеду. Угу. Идет она. В сельском совете у всех Даниила, наверное, уже на всех донимает. Этой зимой вообще, холода жуткие были. Как она там выжила, я вообще не представляю. Ну, вот я здесь буду печку ломать, кирпич ей туда увезу. Ну, найму я ей человека, сложит кирпичную печку. Лучше не надо с ней связываться. Я помаленьку помогаю ему, и все, и пусть сидит. Вить, смотри тоже тогда сразу, чтобы ей в ближайшее время, то есть это корм, полочка, платяной бы шкаф очень много бы места занимал бы у нее, а так вот она всю необходимую вещь может сюда вешать. Здесь наша подписчица передала, полотенчики, зубная паста, щетка, еда какая-то. Вот веник тоже взяли, чтобы она могла все порядок наводить, чистоту. А, отрава всякая разная от мышей. То самое радио, про которое она говорила. У вас раньше были шкафы какие-то, кухня какая-то, что-то было? Нет, шифонера от роду. Никогда не было? Никогда от роду шифонера, телевизора от роду, радио не от роду. А как вы так вот? Вот на станции буфет, только радиоприемник 800 рублей хочу купить. Что она хотела радио, там вот 800 рублей на вокзале стоит.
То есть оно работает от, ну, от сети, от батареек. Здесь моющие средства, перчатки, туалетная бумага, если что, и мыло, шампуни, порошок, китикет сразу тоже для кошек. Чайник еще тоже подписчица передала. Новый нормальный кипятильник, потому что он у нее весь лежал в этом, ну, в накипе уже. Шапочка есть тоже. Носочки мы взяли еще разные. Башмачки. И, ну, вот новое еще постельное белье. Классно же будет в таких, то есть ходить не в больших, как вот она, ну вот у нее они по колено, а вот такие маленькие, сейчас на весну прям само то, они и теплые. Вот, вот эти вот прикольно по дому ходить, ну вот в таких. Посуда, то есть какая-то. И вот на первое время здесь прям вот все, все, что ей нужно. Поэтому, если что-то понадобится, ты в будущем потихонечку сейчас это начнешь все делать, можешь нам какие-то фотографии скидывать, отправлять, то есть как это все получается. Очень хочется, чтобы это все поэтапно делалось, постепенно, потихоньку. Я думаю, все нормально будет. Огромное спасибо всем нашим зрителям, кто вот, кто осуществлял любую поддержку, делал репост, писали вы комментарии, ставили лайки, кто-то скидывал денежку. Всем большое-большое спасибо. Вот жалко, что у нас не всегда все получается доводить до ума. Не у всех историй есть какое-то логическое завершение, но вот как есть, это жизнь, и от этого никуда не деться. Если что, мы в любой момент готовы продолжить, все, что мы можем сделать, мы сделаем. Такой, наверное, получился небольшой ролик, но вот так бывает. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, увидимся через неделю. Пока.